Сейчас, в начале зимы, с учетом эпидемии вирусных инфекций, сезоном простуд, рекомендую заказать для своей семьи в подарки близким сироп черной бузины. Сироп бузины – это продукт номер один для укрепления иммунной системы, для профилактики простудных заболеваний. Он очень вкусный, он делается из ягод черной бузины. Дети пьют с удовольствием. Наш сироп – это концентрат, который делается из 100% сока ягод бузины, без добавления воды. Сироп сейчас свежий, он изготавливается осенью, раз в год, это октябрь. И прилагается такая вот инструкция красочная, подробная, где описаны свойства, для чего применяется данный продукт, противопоказания, из чего состоит. Для взрослых, для детей, какие дозировки, все очень подробненько написано. Поэтому, пожалуйста, заказывайте сироп черной бузины для своей домашней аптечки.